Ну вот вышло такое жаркое солнышко. Напомню, сегодня 1 ноября 2020 года. И шел дождь всю ночь и пол утра. И вот сейчас прям так припекло солнышко. И, конечно, настроение у собачек сразу улучшилось. На солнышке им становится весело. Уже хочется гулять. А так чихуашечки в плохую погоду-то не очень счастливы быть на улице. Наверное, это отличает их от крупных пород собак. Хотя, наверное, крупные не все любят гулять под дождем. Но маленькие это точно. Вот, поэтому мы ждем солнышко, всегда ему рады. Хотя в нашем Крыму дождики необходимость, особенно на сегодняшний день. Ну, единственное, что смущает меня, когда идет дождь, это мытье лапок. Вот так. Рошелька умеет. Девочка грозная. А еще они вот так любят рыться, копать своими лапульками в земле. И, конечно же, лапки пачкаются очень сильно. Вот. А это наша малышня. Малышня. Это Лелечка. Леля! Ах ты, Леля! Веселушечка наша. И Массандра. Вот они мои красивые дети. И Оскар прибежал, красавчик. Оскар красавчик. И папа Оскара. И спасибо большое. Вот такие лапы у нас грязные. Юля, спасибо большое. И вам лапы буду мыть, и себе лапы буду мыть. Так, вот у нас еще до сих пор зеленый орех, фундук. Но вот чем я любуюсь всегда, это вот этой березкой. Она уже желтенькая, почти пустая. А яблочко, вот яблонька, совсем зеленая. Малинка зеленая. Ну, в общем, зелени еще полно. Инжир зеленый. Ладно, пошли мыть лапки, ребята мои. Заходим, да? Заходим. Они знают эту команду. Заходим. Вот смотрите, как они сейчас будут собираться возле дверей. Заходим, мои хорошие. Все пришли. Мажор бежит. Заходим. Все приготовились. Вот, обязательно их пересчитаю, чтобы, не дай бог, кто-то не загулял и не замерз на улице. Я всегда за это больше всего переживаю. Вот. Обязательно пересчитываю их. Сегодня с утра, кстати, Жасмин загуляла. Смотрю, кого-то черненького не хватает. А это вот эта кукла. Сидела под дверями. Немного, но поэтому пересчитываю всегда. Да, мои хорошие, можно и не заметить одного кого-то, если не хватает. Всегда удивляюсь у людей, которые питомники. Вот зашли, вышли сами. То есть у меня нет такого, чтобы они сами зашли, сами вышли. Они всегда выходят по моей команде и заходят. Я вот как бы переживала бы, что вдруг кто-то остался где-то. У нас не все могут попроситься просто домой. Филечка такой, он под дверями будет гавкать. Царица будет. А кто-то будет просто тихо сидеть и ждать, когда его запустят. Все, пошли мыть лапки.